2 марта сотрудниками оперативно-розыскной части МВД Тувы задержан мужчина, который под видом инспектора ДПС пытался совершить мошенничество. Установлено, что задержанный, не являясь сотрудником полиции, находясь в форменном обмундировании сотрудника ДПС в звании старшего сержанта полиции, путем обмана и злоупотребления доверием, представившись инспектором ДПС, получил от 23-летнего гражданина денежные средства в сумме 20 тысяч рублей, пообещав незаконное освобождение от административной ответственности. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину». Органам предварительного следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.